церемонии посвящения приняли участие Геннадий Фефелов, военный комиссар городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаева, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов, иерей Эдуард Иванов, штатный священник храма новомучеников и исповедников российских. Почетные гости поздравили юных юноармейцев с этим значимым событием и пожелали им быть верными своему отечеству. Помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами страны. В присутствии родителей в знак преемственности дел своих старших товарищей новоиспеченным юноармейцам были надеты красные береты. Ребята узнали о традициях и достижениях юноармейского отряда Отечества. Теперь юных патриотов ждет огневая, строевая подготовка, занятия по военной истории, участие в патриотических акциях, военно-спортивных играх и конкурсах.